зря. Это просто выброшенный день. Это не то. Не то, понимаете? Мне вкусно. Нет вообще никакого вкуса. Это не рыбий жир, это профанация. Это, сказать, отечественный совхоз. Для начала я позвонила в Минздрав, чтобы узнать, где и в каких количествах производят российские рыбий жир. Задача, которая поначалу представлялась мне элементарной, оказалась дьявольски сложной. Вскоре мне пришлось осознать, что если я и найду рыбий жир, то это будет лицом моей карьеры. Я поняла, что помощи ждать неоткуда, и надо действовать в одиночку. Позвонила в отдел реализации, и мне сообщили, что рыбий жир производят на Тверской фармацевтической фабрике. И я ликовала, я поехала в Тверь. Мы не производим рыбий жир, поймите. В Твери же нет трески. А где же его тогда делают-то? Осторожно завопила я. На севере, в Мурманске. Мне стало легче после того, как я смотрела на сухо и попила кофе. А на прощание мне подарили флакончик. Да, с рыбьим жиром. И я ехала домой, прижимая его к сердцу. Вот он, заветный, вот он, родимый мой. Я так долго искала его, что успела полюбить. Я столько знаю про него. Я знаю, что он очень полезный. Я знаю, что витамин D содержится в нем в своем природном, первозданном виде. Я знаю, что он действительно помогает от рахита. Он не виноват, что нам его пихали. Дрожащими руками я отвинтила крышку флакончика. Стучащими зубами вытянула пробку, глотнула. А-а-а, караул, воздушная тревога, смерть врагу. Это пить нельзя. Жалко все-таки, что сейчас рыбий жир так мало употребляют. Ведь рыбий жир – это великая тренировка, это тест. Вопрос теста очень простой. Можете ли вы жить в этой стране? Тот, кто не удалось попробовать настоящий русский рыбий жир, так никогда не узнает, так и не решит. На своем ли месте он находится? И есть ли чужой хлеб? Женат ли на чужой жене, своих детей он растит. Так и будет всю жизнь сомневаться, потому что только наш рыбий жир, помимо витамина D, содержит массу полезных сведений о стране. Как же мы дальше-то? Надо срочно что-то сделать, напрячься и придумать что-нибудь совет. Не рахит, так хоть карис, что-нибудь. Что-то, что опять нас всех объединит. Вряд ли поначалу это будет красиво национальной идеей. Но мы найдем ее. Я знаю. Я верю в свой народ. Алло. Мама. Мамочка, я так соскучилась. А приезжайте ко мне с папой на чай. С Бородинцем.